Спасибо большое. Руслан, не делайте вид, что не замечаете меня. Как вы меня нашли? Это было несложно. Я в интернете нашла адрес редакции газеты, с которой вы сотрудничаете. Вы сбрасываете мои звонки, я целый час пытаюсь до вас дозвониться. А я же просил мне не звонить. Мне очень надо с вами поговорить. Я не знаю, что мне делать, и не знаю, что мне думать. Самик, что не работаете вы? Хорошо. Ждите меня здесь. Нет. Да, я устала. Ваш муж занимается давно. Его компаньон, но надо работать. Которого арестовали. Хотел дать показания, но почему-то... Спасибо, Саид. Не дожил. Окончание следствия суда. Ну, вы же не хотите сказать, что... Ну, вы смотрите сами и делайте выводы. Еще не убралась после приезда. А это? Что это, Безина? Это что? Правда? И давно они встречаются? Это одна из его многочисленных любовниц. Были и другие. Но со всеми он был как-то осторожен, сразу разрывал. А это вцепилось в него, так что и не отстанет. Они понятно. Вместе часто бывают в баре Магри. Короче, Лида, Гена Баркуте. Если вы будете разводиться с вашим супругом, советую нанять хорошего адвоката. Спасибо большое. Мне 31. Ваш муж ни перед чем не остановится. Вы его совсем не знаете. Прожить 7 лет и не знать? Нет, детей нет. Олег, у нас все-таки решаетесь. Привет, привет. Почему я должна вам верить? Хотите верить, хотите нет. Я пришла к ней. Вот, если вот, не веришь. Вот. У меня есть один адвокат, если все же решить. Надежный, нормально ты как. Проверенный. Не трус. Он поможет. Ты что, пополнился? Давай. Gördü. Sizde falan vardı onlarda. Тебя пополнить? Давай, номер скажи, переводи. Суки, давай поговорим. Ну что ты делаешь? Вещи собираю. Я от тебя ухожу. Это что за глупость? Ну, какая-то девка, мы всего один раз поцеловались. Это вообще была случайная встреча. Зачем ты мне врешь, Паша? Ты что из меня идиотку делаешь? Я прекрасно знаю, что вы уже давно встречаетесь. Как ты мог клялся мне в верности? Я ради тебя пожертвовала своей карьерой. Жила твоими интересами, а ты мне предал. Громкие слова. Предал. У мужчин могут быть свои слабости. Да, у меня бывают отношения с другими женщинами. Но ты моя жена, я люблю тебя. Я не собираюсь тебя менять ни на кого. Прими меня таким, какой я есть. Что?
поменялся, Паша. Бам-бам. Слышь, не буду, я не хочу не терпеть. Бам-бам. О, мамай. Ты в своем уме? Никакого развода. Где эти ребята? Понятно. Как от тебя говорят, это говорят? Апарджем, атма апарджем. Еще жилы, да? Просто, да. Калсы я, да, да, говори не сейчас. Долбал. Тебе мешает он там, мама, да. Блин. Смотрите, что она делает, смотрите. Переписал на тебя свои активы.